тетей, да. И Марта тоже. Для того, чтобы состоять. Папа сказал, с тобой будет сегодня спать. Чего? Почему? Потому что соскучился. И ревнует. Что-то заезжает. У меня? Думает, наверное, что мы тебя насовсем хотим забрать. Это не нормально. А ты? Привет, дорогие. Поздоровайся со всеми. Кто-то никуда не убежит. А в гости сейчас у них опять занятия начнутся, да? Зачем вообще школу эту неделю? Если начали выходные 2 дня, смысл уже ее продолжать. Конечно. Смотрите, девочки, помашитесь. Марта, навеси его. А почему? Почему? Потому что смысл делать, ну, 2 дня... Как дела? Дела хорошо. Все прекрасно. Директор, номер, давай сейчас позвоню. Мам, можно тебя показать? Я учительница знаю. Я некрасивая. Красивая очень, давай. Подожди, потом пока у нас. Хорошо. Бледная. А я прям оранжевая. Бледная. Зачем это делать? Она белая, это все. Вот тут поправки. Я не делаю. Смотрите, мама, помоги. Ребята, можете записать это в календарь? Да. А, я думала, стой. Зачем? А она где? Смотрите, у нас наконец-то в гостях бабуля, вот она у нас тут гостит, мы пришли кушать, сейчас будем вкусно кушать. Я почему-то всегда веду прямые эфиры, когда я ем. Когда я ем или когда я крашусь, и на самом деле это очень забавно. Ты? Нет. Да. Нет. Да. Ребята, как вам мои очки? Испалилась. Нет. Хотите, покажу еще, какие я купила? Вам будет интересно. Ой, да, будет интересно. Нет. Да. Да. Машинка в машине. Нет, машинка здесь, надо на что-то поставить. Мне тоже купили. О, вода. Пара этих. Давай я подержу вас. Да не, не парься. Покажу, что... На меня. Аня, до стучки, да, я покажу вам Яну. Все. Я шалом. Все, можно поставить? Я хочу поставить, мне так будет комфортно. Ну, покажи шалом. А можешь яркость больше сделать? Да, могу. В общем, друзья, показываю, ой, спасибо, мне уже еду принесли, как невероятно. Да. Так, это первые очки, которые я купила, вот можете скринить, они прекрасны, правда? Вторые очки. Это курочка моя. Так, вот эти. Дальше. Ань, тут есть вайфай? Не знаю. А, это типа я понял. Вторые очки. Правда, они очень темные, я в них почти ничего не вижу, но это так, знаете, когда лето, когда прям солнце и вообще жарко. Это вторые. Дальше. Третий. Давайте. Ну это так, просто прозрачный, может быть, в школу иногда в них ходить. Они просто очень прикольные. Вот. А еще мои полностью. Так, и третий. О, четвертый очки. Моего любимого цвета. Форма интересная. В общем, буду дальше вести эфирник, правда, тут этикетка. Ну, я тоже. Так, ладно. Это тебе лет принесли? Нет, это мне принесли. Надо это есть. Ну, что ты делаешь? Нет. Давай я сделаю тебе. Да. Ты чё, палка? Как вам мои очки? Понравились? 8-8. Мои померили. Почему везде такие породы? Померили мои. 8-8, 8-7, 8-2. Померили они мои. Это ж твои. И что? Я тебя в них уже показала. Смотрите, ребята, мне принесли рис с курицей терияки, моим любимым соусом. О, бог мой, что тебе уже выставлять? Потому что вот эта вот штучка, которая у тебя это желтая, очень вкусно, она должна быть перевернута вот так. Пробуем. Весело. Это шалом. Неплохо. Я шалом, шалочел. Влад, я шалом. Сюда бы еще больше соуса, было бы вообще невероятно. Влад, я шалом. Но тоже неплохо. Чё это? Влад, я шалом.
Что ты делаешь? Я девочка помогаю. Влад, я шалом. Мам, я шалом. Приятного аппетита, спасибо я большое. Аня, шалом. Да, ты шалом. Хватит. А мне, да, я шалом. Одна это мои теперь. Свои, теперь мои. Их не обижу. Хочешь курочку? Нет. Кусочек хочешь? Ладно, собирайся. Открой это. Один удобный. Молодец. Где соус? Здравствуйте. Я это передозировка. Не звоните Гобам. Ура. Почему мы не пошли на концерт Скриптонита? Что? Да. Я тебе предлагал идти на концерт Скриптонита. Ты что сказала? Когда? Еще до тура. А что я сказала? Ты сказала, что мы не пойдем. Почему? Потому что тебя не будет. Мама, поэтому она не ходила. А, я думала, что я не успею. Сегодня типа, думаю, наверное, это будет позже. Печально, я хотела. Тю. У Тимура девушки, у Дианы билет в клубе, я мог купить. Я расстроилась. Фу, Скриптонит. Вы слушали хоть один трек, текст слушались? Чего вы пишете, если не знаете? Ну, может, кому-то не нравится на вкус и цвет, товарищи нет. Ну, ладно. Тогда соль. А что еще заказал? Салат. А еще? Все. Как это? Ничего не успею. Не может оно быть. Он меня обижает. Влад, у тебя красивая рубашка и прическа, у тебя красивая футболка. Спасибо. Что? Вкусно? Да, неплохо. Скриптами. Смотри, мам. Скрипта. Это Кирилл, который... Класс. Нет, там рядом. Это тоже мне. Девочка, ты же лопнешь. Я своровал. Зачем так? Нечаянно так встал. Вот завис. А кто это? А кто? Да? Интересно, да, согласна. У меня всегда очень интересная трансляция. Аня, ты не боишься потолстеть? Нет. Она ест очень мало, между прочим. Как полагается подросткам. Сказала, стиснув зубы. Я никогда ее не говорю, сколько она ест. Не акцентирую на это внимание. Зачем брать людей? Чаёчек. Да, что говорить, вопросы мне не задают. В общем, ребята, вам не интересно, наверное, смотреть, как я ем. Я буду есть дальше. Скажи всем пока. Всем. Пока. Ha 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 ha.